Всем привет! Хочу вам представить вот такой интересный и хищный цветок. Называется он Венерина мухоловка. Я буквально его приобрела сегодня. И получается, пока нужно ему недельки две адаптироваться в нашей квартире. Поливать будем мы, наливая под горшочек водичку и немножко сбрызгивать сверху с распылителя. Растение не любит прямых солнечных лучей и сквозняков. И через две недельки, когда растение наше адаптируется, мы начнем его кормить. Будет у нас первая кормежка. Наша мухоловочка проголодалась. Мушка попалась. С весны до конца сентября мы будем подкармливать растение. И всего за этот период ей понадобится два насекомых. Например, две мухи. Но насекомое должно быть обязательно живое. В конце сентября подкормка и рост растения останавливается, так как растение готовится к зимнему отдыху.